Пока-пока, Санкт-Петербург. Нам предстоит пройти один из сложнейших участков нашего пути – Ивановские пороги. Здесь прямо на воде, на повороте реки, видны водовороты. Парусно-моторное судно, ё-моё, проходит Ивановские пороги. Над головой пролетел невидимый самолет. Яхта, ё-моё, слышно вас хорошо. Нас начало тянуть, и мы потеряли якорь. Нас впервые остановили гибсонцы. Мы сели на мель. Всем доброе утро. Мы собираемся уходить из яхт-клуба «Восточный», окончательно покидать Питер. И рассчитываем сегодня к вечеру остановиться в Кошкинском фарватере. Нам предстоит пройти один из сложнейших участков нашего пути – Ивановские пороги. Вить, ну скажи хоть доброе утро, что ли? Всем привет! Вот, видите, он веселый, довольный, я его тут не держу в ежовых рукавицах. Погода сегодня, сами видите, пасмурная, но сильного ветра вроде бы нет. В яхт-клубе, в принципе, нас приняли гостеприимно. Единственный минус, здесь пристань никак не защищена от остальной реки и от волнения. То есть все суда, катера, баржи, которые проходят, качают на волнах все корабли пришвартованные. Вчера к вечеру, когда здесь активизируется движение, и водные развлечения, нас прям кидало из стороны в сторону. До такой степени кидало, что сыпались с полок вещи. Ну что, в добрый путь. Пока-пока, Санкт-Петербург. Поскольку течение в Неве очень сильное, мы стараемся держаться поближе к берегу, где оно послабее. Главное не сесть на мель. Пошел чехлить парус. Сегодня у нас вся дорога по реке через Ивановские пороги. Грот нам не потребуется, и вроде бы с прошлого дождя он высох, самое время его спрятать от нового. Течение, если честно, крутит яхту не хуже волн.
теплоходик проплывает на заднем плане. На глади реки даже видны водовороты прям такие. Не знаю, слышно ли на камеру, но сейчас из той церкви был слышен колокольный звон. Смотрите, какой храм открылся нашим глазам. Деревянный, как я понимаю. Да, оттуда звучало колокольное.
Девочки, это зовут Кузьмин. Какая-то лодочная станция, наверное. Вон, под мостом. Да, по-моему, на этом мосту как раз мачты ставят. Это про этот мост? Наверное, на фотку был именно он. В интернете написано. Мы когда думали, что делать с мачтой в Питере, прикидывали разные варианты, и вот один из вариантов там рассказывали, как сэкономить на кране, это поставить мачту с моста. Долго, конечно, думали, с какого моста. Вот. Теперь поняли, о чем речь. Мы здесь как минимум на трое мужчин. Сейчас идем, и я думаю, как скучно все-таки идти по рекам под мотором, без паруса. Так, едешь и едешь. И тут-то было. Бабац, мне прилетела вот такая вот. Ну, я так подозреваю, чайки на какашек. Чтоб мне не скучно было. Ну надо же, блин, единственная чайка летела. И на меня насрала. Меткая сволочь. Единственная чайка, это единственная лодка. Да. У тебя есть салфетка? Что могу сказать? Диких необжитых мест по берегам Невы нет. Везде люди, либо многоэтажные комплексы, либо дачи, либо какие-то организации. Вот здесь что-то такое непонятное с корабликами. Может быть, какой-то рыбнадзор. Не знаю. Ну, вот такого, чтобы мы шли по каким-то диким местам, пока не встречалось. Движемся дальше. Средняя скорость у нас 3-4, да, ведь? Ну, 3 с мелочью. Да, 3 с небольшим узла. С учетом того, что мы идем против течения. Нам начинают попадаться лесовозы. Неужто карельские леса вырубают? Где те обещанные 18 градусов, которые вчера предсказывал Витя? Это не я цитировал синоптиков. Эти синоптики, наверное, дома сидят в окно, смотрят в тепле. Холодно, очень холодно. Ну и противный дождик срывается, хорошо, что не сильно. Yeah.
теряем скорость. Течение усиливается. Ощутимо усиливается. Напомню, что мы идем против течения. Нам навстречу лесовоз. Кстати, такие же мы видели в Финском заливе. Уйдет куда-то дальше, в сторону Балтийского моря. Доносятся непонятные звуки. Ничего не видно, но что-то непонятное слышно. Такое ощущение, что над головой пролетел невидимый самолет. Далеко еще до Ивановских порогов? А нет, почти пришли. Там, где створ, малые пороги сейчас будут, демо-версия. Потом река повернет направо, пройдет чуть-чуть, вред налево, и вот там будет основная версия. Яхта, ё-моё, слышно вас хорошо. У вас небольшая скорость? Сейчас держу, через кадр, сейчас. Наверное, мы как-то поймем, что это оно. Ну, по крайней мере, полный слава никак не отличит. Понятно. Так, здесь какая-то небольшая пристань. Я так полагаю, сюда ремонтный завод, наверное. Там даже название написано. Здесь у нас створ. Везде водовороты. Течение сильное. На видео я видела, что на Ивановских порогах даже барашки бывают. Настолько там все бурлит. Ну, начитались мы и насмотрелись в интернете, конечно, много всего. Поэтому сейчас боязно. Плюс вам не светит ножка запах. Помогать яхту кидать сзади. Ну, гидрокостюм только у тебя с собой, ведь.
чайник сейчас. Вроде качки сильной нету. Надо будет перекусить. Дети просыпаются. Думают, выходить или не выходить. Холма Славы. Сейчас будем по новой связываться с диспетчером. Ивановских порогов. Ивановская, я стою-моё, прохожу холм Славы. Я стою-моё. Какая у вас длина? 8 метров. Здесь, конечно, вот так. Буи, бакины просто лежат. Рыбаки умудряются здесь рыбачить. Стоим на месте. Нет, на самом деле мы пытаемся двигаться на полной скорости, но стоим на месте относительно вот этого бело-черно-полосатого значка. Боремся с течением. Пока что в ничью. Видя предлагает добавить стаксель. Что, ты уверен? Ну а что, ветер позволяет, почему бы не добавить? Давай, чуть-чуть. Попробуем.
Видно, пару слова. Все. Это третий рак, рыба. Итак. Ивановские пороги, толкая яхту позади тузиком, мы читали. Ну, про то, как яхта проходит Ивановские пороги, помогая себе парусом, я еще не слышала. Господи, и кошки сюда надо. Ну что, смотрите, знак остался позади. Так что нам, в общем-то, парус прибавил хода. Парусно-моторное судно, ё-моё, проходит Ивановские пороги. Все, сворачиваем парус. Блин, мы вроде то место прошли, где тормозятки. В принципе, да. Потому что ветер стал попутный, но гуляющий. И сейчас будет парус хлопать, нас будет дергать туда-обратно. Олеж, не трогай кошку. Самое сложное место мы прошли. Я надеюсь. Хорошо, когда есть парус. Хорошо, когда ветер позволяет этот парус поставить. Да.
коляской, чтобы они были осторожны. К счастью, мы встречаемся с баржей на широком участке, где есть, что называется, где развернуться и разойтись, мешать. Нас обгоняет катер Росвечнадзора. Это не тот, рядом с которым мы ночевали. Очень похож катер на тот, рядом с которым мы стояли в Юго-Восточный. Сейчас нас волнуем до... Скорость 4 узла стала. А? У нас скорость 4 узла стала. То есть... Значит, течение здесь меньше. Течение меньше. Приближаемся к ЛЭП. Конечно, ЛЭП очевидно выше нашей мачты, но все равно, как всегда, боязно. А после ЛЭП нас ждет прохождение под мостом. Высота моста, как нам сказали, 13,5 метра, то есть мы должны спокойно пройти. У нас 10,5 метров. Солнышко нас чуть-чуть подразнило, мы так расслабились, разогрелись, разулыбались, а оно потянулось. Впереди у нас прохождение моста, мост разводной, но под нас его разводить не будут. Высота моста 13,5, как нам сказали, мы должны уместиться. Над нами будет поезд проходить. Да, над нами еще и поезд проходит вообще. Прошли 13,5 моста, а не 13,5. Ну, возможно, вода упала. Это же 12,5 от нормального уровня. Мне диспетчер сказал 13,6. Понятно. Снова выглянуло солнышко. Солнышко греет. Настроение улучшается. С утра было очень холодно.
короче, вот так вот сидишь и скучно смотришь вперед. Стоит метеор. Интересно, на ремонте или уже все списано? Пороги мы оставили позади, впереди Ладога и Шлиссельбург. Итак, мы приближаемся к последнему мосту на Неве перед Ладогой. Согласно указателю, расположенному на пролете моста, его высота составляет 14,5 метра. До нашей 10,5-метровой яхты это вполне комфортная высота. Ну, 10,5 метров это высота нашей яхты. Я, конечно же, не имею в виду это. Надеяться, что хотя бы дождь.
берег, которую частично загородила баржа. Мы добрались до Шлиссельбурга. Мы уже, в принципе, прошли Неву, дошли до Шлиссельбурга. Вон там, вон она. За моей спиной видна крепость Орешек, но в Ладоге волнение 1.5 метра. И нас пока не выпускает диспетчер. Когда волна немного снизится, то нас выпустят, и мы пойдем дальше. Мы там созвонились уже с Яртковым на ночевку. Куртку Белла пододень. Не успел, блин, не следил, а? Как так? А можно какую-то заглушку поставить на этот дело? Блин, еще и это твое тело. Мы стоим на краю фарватера с видом на крепость Орешек. Шлиссельбург нас не впустили, нас в Ладогу не выпустили, поскольку там сейчас волнение 1.5 метра, а у нас разрешенное 1.1-1.2 метра. И в этот момент, когда нас не пустили, у нас опять заглох и задымился движок. Я, честно говоря, подумала сначала, что бензин, то есть дизель закончился. Я тоже подумал, что дизель закончился, даже не обратил внимания. Я потом смотрю, дым пошел. А ключ ты повернула, нет? Нет, ключ не я повернула. Значит, мы тут не могли. Ну что, там опять? Да, конечно. В том же самом месте, блин. Ну понятно, там очень сон сбивается, куда там рвется. Да, раньше мы не сталкивались с этой проблемой, да. Что если случайно вот здесь вот повернуть ключ, двигатель не выключается. Но выключается помпа, качающая жидкость охлаждающую. После чего очень быстро движок. Попробуем его вытащить. Перегревается. Сачки жёлтенькие. Ну вот и два.
13-1-13 сверху с составом толкания под Ладожский мост. Да, Олеж, дым. Да, получилось? Да, получилось. Ага. Ветер гуляет, нас крутит. Вот так конкретно. Буквально вчера вечером купили новую канистру антифриза. Она целиком, да, входит? Итак, нас выпустили до Кошкинского фарватера. Но во время подъема якоря случилось ЧП, нас начало тянуть, и мы потеряли якорь, наш основной якорь. Ну, эту проблему будем решать потом. Сейчас идем в Кошкинский фарватер. Впереди крепость Олеж. Бакин. Течение здесь тоже явно
есть орешек. Идем по Кошкинскому фарватеру. Здесь везде мелко, поэтому он хорошо отмечен буями. Сразу ощущается ветер. Волна пока не сильно ощущается, а вот ветер там хорошо бьет в бок. По идее, нам осталось не так далеко. Позади нас крепость Лисенко. Сделать крен, чтобы мы могли слезть с мели. Ведь мне что делать? Подожди. Ты можешь с пожилета денешь? Пойла, сфоткай папу. Ну, может, тут мелко, а там не мелко. Я серьезно. Я серьезно, аккуратней.
Белла, сфоткай папу. Ага, сфоткай. Мне что делать, Витя? Итак, цирк де Солье. Кренимся, нет? Кренимся чуть-чуть. Мало. Я говорила, надо больше завтракать. Фоткай по мере того, что папа будет вытворять. Совсем свободно. Не утопим наш запас топлива. Да, ну, в принципе, мы утопим их рядом с заправкой. Так что было видно, что Витя делает. Привяжи на всякий пожарный, вдруг стопор ведь сейчас это. А мне что делать? Подожди. Да я сейчас смотреть, какой крен. Нам нужно сначала сделать крен. Ну, крен есть, Вить. Пытаться слезть, нет? Да, сзади вход. О, пошли. Слезли, смели. Еще медленнее. Не могу, ведь он как-то совсем клоп. Витя возвращает наше топливо. Обратно. Сейчас подходили. И на входе яхт-клуб стоит небольшая яхточка. Оказалось, наш подписчик. Было очень приятно встретиться. Спросили осадку. У него осадка 1,1. По-моему, это максимум 68, если я не ошибаюсь. Ну, если с осадкой 1,1 стоит нормально, значит, и мы с осадкой 1,2 в принципе уместимся. Стало спокойнее. Пришвартовались в таком живописном, очень живописном месте. Яхта Юмаёш Лицебургу. Мы пришвартовались. Витя отчитался. А перед... Не скажете, насколько это днище? Диспетчером Шлиссельбурга о том, что мы успешно дошли. Фух. Что не день, то приключение. Белл, за ручку держи его. За ручку держи. Фух. Да. Мы идем к администратору, чтобы сразу рассчитаться, уточнить, что где, где душ, где что. Ну, немножко побыть на суше. Потому что без приключений у нас прям вообще никак. Как руки? Увидим вон. Ой, капец, блин. Тут что,
Да, еще не синие такие. Ну, веревку пережал, потому что. Блин, костюм порвал, это жалко. Ну я тебе сюда давай флажок пришью. Да. Будешь патриотом с флагом России. Не, давай, это наш. Наш заказать надо. Ну хорошо, сделай наш. Нам для оформления стоянки потребовался судовой билет. Иду его доставать из закромов наших рундуков. Что не день, то приключение. Так, судовой билет. Где же он у нас прячется? Я на самом деле еще так. Руки дрожат, потому что сниматься с мели, когда у тебя муж висит на краю дика задним ходом по узкому фарватеру, где мель везде. Ничего этого удовольствия. Но мы справились, все нормально. И даже смогли зайти куда надо. Извиняюсь, Алина. Мы сейчас идем к заправке. Потом вернемся сюда. Возможно, перекусим вот в этом кафе. Пришли на заправку. Осталось найти заправщика. Какие общительные ласточки. Да, кстати, бензинчик здесь дороже. Не 50, а 53 рубля. То есть дизель, извиняюсь, дизелю. Нет, я дозвонился, говорит, приходи сейчас, я пришел, его нет. Угу. Что и следовало ожидать. Дизель отказался заливаться нам в бак. И даже в канистру. Пришли на заправку и сломали заправку. Заправились. Идем обратно. Идем аккуратненько, глубины здесь небольшие, тесно. Ну и не настолько мы спешим. Очень уютное место. Здесь такая атмосфера спокойствия и умиротворения. Мы, правда, еще не все посмотрели. И, скорее всего, все посмотреть мы не успеем. Но нам здесь нравится.